Можно, но как-то рука так лежит. Понятно. Потому что я всегда готовлюсь на e4 сыграть d6. И когда вижу конь f3, понимаю, что d6. Что за ход такой? Это моя подготовка с этой, с турнира на Варусе. Блять. Ну она такая легкая. Чисто. Вот я здесь уже не знаю, что делать. Я конь d7, конь d3 смотрел. А. В этом идее, типа, конь хорошо, он d3 стоит, и фигуры не подменяли пока. Да, есть такое. Идея еще выменять обычно коня на c6, потому что он самая сильная фигура. Ну да, и коня, ну понятно, конь c6 абсолютно очевидно, что не пускаем. Какие-то проблемы тут сразу же возникают. Да, по-моему, ты их придумал, если честно, но хорошо. Возникает, так возникает. Так. Ничего не съем сейчас. Даже проверять не буду. Хорошо, это хорошо. Блин, тупой этот дебют, не могу отсесть уже его разворачивать. Ну, я совсем прямо жесткого равенства ход в ход не нашел. Более того, то, что этот Ван Кампен рекомендует тоже. Мне кажется, слон f4 перспективно там. Зачем я 6 пошел? Не пустить коня на b5. Фигурки мои стоят. Тупенько. Нормально все стоит. Ну, чуть-чуть. Да как ходить-то? Ходы закончились уже. Да блин, как было ходить? Не знаю, ну явно не так. Конь его, не знаю, действительно. Блин, надо... Ферзь b6, может. А, давай еще одну.